люди, с праздником. Сегодня такой праздник великий, преображение Христа Господня, Успения Пресвятой Богородицы. Вот я иду по территории храма, нашего храма, который строили мы всей семьей. Мы подавали денежки на строительство храма. И видели, как только фундамент закладывался. Смотрите, как красиво здесь. Господи, какая красота. Какая красота везде. Везде мои любимые камни. Везде, где только видит глаз. И везде, везде красота. Везде красота. Вот такой храм. Я вам показывала этот храм. Вот сейчас я иду вокруг него, пойду. Такой ход совершу вокруг храма. Вот была всего одна розочка, я вам показывала. Смотрите, сколько роз теперь здесь. Сколько их много выросло. Распустилось. Кустарник такой, шикарный такой. Обильное такое цветение. Птички поют. Благодать. Просто благодать Божия. Благодать Божия на вас, люди. Благодать. Благодать Божия на вас. Вот такая роза тоже. Видите, какая красавица. Вот она будет рука вышится. Бело-желтая такая роза. Где-то здесь вот в этом храме и наш кирпичик, мой мамин, заложен. Где-то вот камушек какой-то, кирпичик какой-то наш. В чем-то он здесь, во всем он здесь. Мамин, мой, детей моих. Заложен камушек здесь. Кирпичик. Веры, кирпичик. Преклонение пред Господней. Волей, перед силой Господней. Перед Его над нами, властью, любовью над нами. Ой, люди не расходятся. Праздник закончится, закончился. Ну, богослужение точнее. А люди остаются, ходят вокруг храма, стоят на территории, не отпускают храм. Так здесь хорошо, так благодатно. Я вам уже показывала его, какой он красивый. Какой он храм настоящий. Видите, как все с любовью здесь построено.